«Петелин придет, порядок наведет». Предвыборный слоган Александра Петелина запомнился многим ивановцам. Однако стать губернатором «Справедливый Россу» он не помог. Во вторник Павел Коньков назначил Александра Петелина исполняющим обязанности начальника департамента природных ресурсов и экологии. Своего кресла лишилась Ольга Кравченко. Отметим, что руководителем Александр Петелин станет не сразу. Для начала он будет исполняющим обязанности. Исполнение обязанностей связано с тем, что должность, которую занял Александр Владимирович, входит в должность, согласующуюся с Москвой. Поэтому, когда Москва согласует, значит, Александр Владимирович будет просто назначен начальником.